Здравствуйте! В прошлом выпуске мы рассказали, как действовать в случае землетрясения. И сегодня мы продолжим тему и расскажем, как понять, что землетрясение закончилось и что делать после. Не удивляйтесь, если после землетрясения вы ощутите повторные толчки. После первого сотрясения обычно наступает пауза, после которой может последовать один или несколько повторных толчков. Это вызвано приходом различных сейсмических волн от одного и того же землетрясения. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 часа после землетрясения. Вариантов развития событий после землетрясения 2. Первым подземные толчки стихнут. При плохом развитии событий может произойти обрушение здания. Если здание обрушилось и вы оказались под завалами, постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. Прислушайтесь, подайте голос. Если есть возможность, воспользуйтесь сотовым телефоном, чтобы позвонить в службу спасения и рассказать, где вы находитесь. Если рядом с вами оказались трубы и батареи, это возможность подать о себе сигнал. Стучите по ним. Если вы успели покинуть здание и с вами все в порядке, окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. Освободите попавших в легко устраняемые завалы. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически. Проверьте также, нет ли повреждений газа и водопроводных сетей. Не пользуйтесь открытым огнем. Не подходите к явно поврежденным зданиям. Не входите в них. Не входите в здание без крайней нужды. Не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Напоминаем, что о возможной непрочности здания может предупредить появление на стенах и потолке трещин. Наиболее опасны треугольные или наклонные. Они свидетельствуют о просадке здания и о том, что оно может начать разрушаться. А вот вертикальных трещин не стоит бояться. К счастью, у красноярцев почти нет повода бояться обрушения. Старые дома рассчитаны на землетрясение в 5 баллов, а новые строят уже из расчета на 7 баллов по шкале Рихтера. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. Thank you.